Всем привет из Севильи. Сегодня мы смотрим футбол на стадионе Рамон Санчес Писхуан. Постановка для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для контратак и дальних передач в зоны, которые этот прессинг открывает. Посмотрим, как все сложится в этом матче. На экране стартовый состав гостей. Тренер сделал выбор в пользу надежности и контроля центра поля. И посмотрим, оправдается ли его ставка на этот план. Всем привет из Севильи. Сегодня мы смотрим футбол на стадионе Рамон Санчес Писхуан. Постановка для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для контратак и дальних передач в зоны, которые этот прессинг открывает. Посмотрим, как все сложится в этом матче. На экране стартовый состав гостей. Тренер сделал выбор в пользу надежности и контроля центра поля. И посмотрим, оправдается ли его ставка на этот план. Всем привет из Севильи. Сегодня мы смотрим футбол на стадионе Рамон Санчес Писхуан. Постановка для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для контратак и дальних передач в зоны, которые этот прессинг открывает. Посмотрим, как все сложится в этом матче. На экране стартовый состав гостей. Тренер сделал выбор в пользу надежности и контроля центра поля. И посмотрим, оправдается ли его ставка на этот план. Команды начинают эту игру. Поехали! Пабло Сарабия. Эскудеро. Это легкий мяч. Других хозяев, кроме голкипера, здесь по эпизоду не предвидится. Практически никаких усилий не пришлось предпринимать, чтобы перехватить эту передачу. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. Попадает под прессинг. Атака, стоп, мяч будет введен в игру ударом от ворот.